8 спектаклей в программе. В Казани открылся международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Впервые зимой из-за пандемии сроки сместились. Накануне зрители увидели Байдерку Минкуса. Это красивая история о любви, верности и предательстве. Пластика движения, красочные декорации и бурные овации. На сцене театра оперы и балета в Казани вновь главное культурное событие года. Фестиваль имени Рудольфа Нуриева. Фестиваль открыл балет «Байдерка» – шедевр мировой классики в особом индийском антураже. «Байдерка» была последней постановкой в жизни Рудольфа Нуриева. Из-за нее он получил свою главную награду – Орден искусств Франции. Балет о Байдерке, о наложнице, Индия. Очень красивые декорации, костюмы, дорого, богато, Индия всегда прекрасная. В этом году из-за пандемии фестиваль был перенесен на декабрь. Но даже непростое время не помешало провести его на высшем уровне. На сцену вышли звезды и мирового балета. В спектаклях будут заняты звезды мирового балета, среди которых... Три иностранца. Нуриевский фестиваль продлится до 26 декабря. Представят мировую классику «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Руслан и Людмила» и балет «Шурале». Мурат Метшин, Ирик Хамидуллин. Вести. Татарстан. Всем хорошего вечера. Спасибо, что были с нами. До свидания.